Тут живые. Ребят, всем привет, бушкрафтеры мы сегодня, я полезу, мы тут за прошлый раз так слазим, полезу я посмотреть вещи какие-то, может что-то возьму, может что-то интересное будет, просто вот для вас, просто так, для домика моего, может быть что-то я возьму, копыш там что-нибудь еще, в общем полезли, сейчас слазим, сугробы большущие, как бы не очень лазь, ну это моя первая заброшка, я буду разговаривать и лей, погнали. Сугробы огроменные, просто пиздец, тут смотрите какая штука, что тут дома. Тут жилые дома, тут везде жилые дома. Ну, я ее взял, сейчас слазим, посмотрим, что здесь у нас находится. Пока никто не видит, чтобы не вызвали никого, полиции, например. Вход. В общем, короче, заходим. У нас такой вот потолок. Смотрите, железо. Видимо, кто-то собирал железо и оставил здесь. Очень... Все очень плохо. Давайте положим. Тут телевизор, смотрите. Дверь. Сейчас в помещение зайдем. Сейчас. Это туалет, я так понимаю, что ли? Или что тут? Кабинка какая-то на улицу сразу выходит. Так, ёбаный рот. А тут, ребят, разрушено. Может потолок в любую секунду просто упасть. Вот. Честно сказать, ничего интересного здесь. Вот. Но ладно. Это первая заброшка, потом дальше будет более интересней. Я буду какие-нибудь выбирать очень крутые заброшки, чтобы было больше помещения. Вот. И уже будем лазить везде, смотреть. Просто фиг знает, я не знал, что так хреново. Так, посидим в домике. И... Короче, вон там дорога. Вот, здесь дом. Кирпич. И там второй этаж. Сейчас попробуем залезть на второй этаж еще. Пружина. Пиздец. Они обосрались просто. Да вы чё, выкидывают. Они так резко повернулись. Они охуели. Я просто, когда срывал, я слышу чьи-то голоса, а там идут двое чуваков. Типа им показалось, ну похуй. Короче, ребят, тут очень много, ну, много людей, ну ладно, мне так-то насрать. Вот, но все-таки этот, не будем его. Короче, я могу сказать, тут ничего интересного. Давайте залезем, в общем, на второй этаж. Так, попробуем залезть по двери. Как-нибудь. Это все может так упасть просто. Но мы надеемся, что это все держится. Так все шатается. Упадем так. Будет больно. Вон мой велик. Вот такая петруха у нас. Короче, тут кирпичи. Блять, какую-то заброшку хуйню взял. Думал, будет поинтереснее. Тут ничего нету. Нормально. Пожарный шланг. Ребят, для контента я могу отсюда ебануться. Out here on my own. Now my homies acting like I own. Done extending out my arm.
Короче, просто так, по приколу, прыгаю. Заштатило мне, что надо идти. Вообще, ребят, заброшки в этом ничего интересного. Ладно, я в следующий раз какую-нибудь найду хорошую заброшку с какими-то нормальными локациями. И тогда уже пойдем нормально снимать. Ой, блядь. Ебанулся как. Все, сейчас поедем. В общем, ребят, ничего интересного. Поехал я домой. Ничего страшного, ладно, в следующий раз я найду хорошую заброшку. И вот тогда уже нормально мы полазим. Привет! В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях. Извините уж, что короткий ролик получился, наверное. Ну ладно, следующий ролик выходит «Домики из снега». Всех обнял, пока!